Привет, команда, привет, зрители, с вами я, Пират, мы продолжаем играть в Sunless Sea. Я все-таки решил потратиться немножко и закупиться топливом. Так, а что у нас, кстати, там по этому судну? 36,40, окей, я оставил все-таки немножко пространства на складе, чтобы... На складе, ну, в трюме. Чтобы, если мы кого-то победим, чтобы мы могли поднять с него какие-то шмотки. Ну или то, что нам выпадет. Ну или вообще нам дадут что-то где-то, где, куда мы плывем. А плывем мы, кстати, алчный горизонт. Да, потому я взял больше топлива, чтобы нам хватило на дорогу туда и назад. И все было отлично. Потому что дорога у нас довольно-таки длинная получается. Надо плыть в конец карты. Так, ты что такое? Почему он убегает от меня? Он боится, что я буду по нему стрелять? Ладно, вроде это мирный кораблик. И ничего он мне не делает. Это хорошо. Так, отличненько. Все у нас пока что идет хорошо. Даже лучше, чем я мог себе представлять. Не думал, что я когда-нибудь так быстро заработаю 2000 эхо. Просто прошлая серия была шикарная. Так, что у нас тут? Ужас. Вот! Ох, испугал ты меня, слушай. С одного удара. Ау. Да. Мы фрагменты какие-то получаем. Я пока что не понял, зачем они. Надо почитать, кстати. Так, фрагменты. Давайте посмотрим в журнале. У нас есть время лечит. Нет, это не то. А где фрагменты могут быть? Их тут нету. О, фрагменты. Чтобы получить, получайте достаточно. Они соединяются в секрет. Окей. В общем, понятненько. То есть, возможно, даже это хорошо, так как секрет можно там обменивать на много чего, а также продавать. В общем, много чего можно с ними делать. Так что я думаю, это лучше, чем все-таки я бы покушал и по... Не потратилось бы один припас. Думаю, все-таки секрет будет лучше, чем припас. Так, ну мы прямо плывем туда, куда нам и надо. Хотя лучше было бы вот так проплыть. Возможно, мы там что-то новенькое откроем. И я тут уже вижу что-то. Интересно, что это? Давайте заглянем. Возможно, там можно что-нибудь купить. Интересно. Ну или продать. Ну или еще что-то сделать. О! Да, туда можно. Порт Зил. Соленые львы. Так, что у вас тут? О, 20 единиц пустого места в трюме. У меня девяточка. Посетить разбирателей. Интересно. Давайте. Мы потеряли 5 ужаса, получили. Отлично. Мы в плюсе. Так. 200 эхо. Вам нужно оставить денежный депозит за камни и иметь 20 единиц пустого места в трюме. Давайте отчет. Отлично. Блин, у меня нету места в трюме. Так и знал.
Сколько это весит и там. Но я не хочу ничего выбрасывать. Это не будет. Нельзя будет продать на рынках Лондона. Никто не собирался. Возможно, мы поплывем туда. У нас закончится немножко топлива. И мы сможем забрать эту штуковину отсюда. Как думаете? Так прокатит. Короче, попробуем. Это что у нас? С одного выстрела. А, нет, стоп, у него 75 хп. Не получится. Куда оно уплывает? И... На тебе. 15 урона. Еще. Ого, сколько это было урона. Не попал. Так, 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 так. Все, отлично. Враг повержен. Что мы можем с него получить? О, морские истории. Это тоже хорошо. С них мы тоже получаем. Неплохо так. Так, 65 жизней. Сколько оно мне? 8 единиц урона. Это тупая медуза. Так, ладно, плывем. Плывем дальше. Нельзя задерживаться. Сколько я уже топлива потратил? Всего много потратил. Так, голод 25. Ну, говорю, на обратном пути заглянем сюда, если у нас... Ну, еще посмотрю по дороге, если у меня, конечно, будет хватать места. Я вот не знаю, вот что эти водовороты делают. Наверное, они нас будут телепортировать, как порталы работают. Но пока что я не хочу рисковать попадать в такой водоворот, чтобы меня куда-то кинуло, куда-куда я даже не знаю, что там. Так, давайте сюда заглянем. Тут мне чутка надо отклониться от курса, но это буквально чуть-чуть. И у нас тут... Это нету. Сбор информации. И... 5 припасов. У меня 6. Нет, спасибо. Но, возможно, я бы оказался в большом плюсе от того, чтобы я это сделал. Но я бы оказался без припасов. И команде было бы плохо. Без еды. Не знаю, как они бы... Возможно, и даже я бы не вернулся в Лондон. Поэтому да, лучше не. Если только мне припасов сейчас много дадут, вот тогда можно. А так не, так я не согласен. Так. Хорошо, что мы раньше нашли вот эту фигню. И... Не надо ее сейчас искать. Так, есть стратегическая информация. Упс. В смысле? 10 ужаса, просто так. О, глаз охотника. За один фрагмент 10 ужаса. Это вообще... Зачем я это делаю? Ужас. Это тупое место, которое прибавляет очень много ужаса. На всех парах. Уходим отсюда. Просто уходим. Круто, быстро. Отлично. Оу, воу, воу, воу.
Так, что у нас тут? Сюда я хотел. Чуть в водоворот не влетел на полной скорости. Так, блин, ну я снова набрал ужасов. Надо будет где-то от них избавляться. Ну, это все у нас выполняется. Потихонечку, потихонечку выполняется. Так, тут впереди снова водоворот. Или нет? Вроде как да. Но я не думаю, что мы в него попадем. Кораблик у нас маневренный, хороший. Ой. О, супер. Минус 5 ужаса нам. Отличненько. Хоть что-то нам помогает. Так, а, я не смотрел. Я хотел посмотреть на трюм 22. Надо что-то освободить. Что-то освободить. Это не будем. Блин. Чутка не хватает. 20. Давайте тут покружим. Карту откроем. Вернемся туда. Ну, топливо потратим. И потом. А то выбрасывать как-то его не хочется. Так хотя бы полезно. Давайте посмотрим, что тут. Да. Вот эту область разведаем, вернемся назад. Я думаю, будет достаточно. Все-таки 20... Не знаю. А, все. Этих 20 кусков трюма. Кусков трюма. Место. Еще один. Так. Еще один топливо. Траться, пожалуйста. А, стоп. У нас сейчас припасы. Минус один сделается. Смотрите, голод. Все, отличненько. Давайте забирать эту штуковину отсюда. И... Да, груз 20. А мне надо и 20. Отлично. Еще заработаем, думаю. Блин, 1000 бы заработать на этом всем. И все будет круто. Окей. Да, готовый доставить. В Лондон, да? Супер. Сфинкса камень в Лондон. Супер, ребят. Да, все поместилось. А это куда мне доставить? Без понятия, куда мне то доставить надо. Надо будет почитать в журнале. Так, ну... Воу, это что за краб? 150 жизней. Большущий крабик. Оу. Так, сколько у нас жизней? 35.
Так. Фух. Фух, все, пора в Лондон. А, постойте, у нас нету места, куда там сложить, если с него что-то стоящее выпало. Покушать. Ну, давайте попробуем. Мы получили охотничий трофей. И 10 фрагментов. Окей, это мне поместится? Блин, не знаю, короче, что я сделал. Вроде как я забрал эти охотничьи трофеи. Да? Охотничий трофей, ты где? Ладно, без понятия. Надеюсь, то, что я открыл инвентарь в тот момент, когда я их брал, это ничего плохого не случилось. Мы сможем все-таки эти трофеи обменять на что-нибудь ценное. Так. Нитра. Оп. Так. О. Так, магазины вверх у них не работают. Все, мы почти в Лондоне. Так, где там? Окей, чутка осталось. Надеюсь, я заработаю 1000 за это долгое-долгое путешествие, чтобы купить себе новый корабль. Новый корабль. Все-таки хочется новенький, классненький кораблик. И отлично. Проверить почту. Окей. Так, давайте сразу к адмиралу. Держи. 150 эхо всего-то. Так, понятненько, короче, всякую штуковину. Так, а как? Ну, я привез сюда 20 вот этих. Кому мне отдать этот сфинкса камень? Сфинкса камень. О, вот оно. 500 эхо. Ребята, сколько мы там дали? По-моему, все-таки я в плюсе. Так. Надо корабль ремонтировать. У нас эти штуковины 8, мы можем просто себе топливо на халяву набрать. Что у нас там по судну? Есть место. Так. Сюда мне надо еще отремонтировать. 75 эхо, нет.
100 эхо, нет. О, 25. То, что надо. Полностью отремонтировали. А, нет, стоп. Еще в этом сухом доке. Я хотел топливо набрать. А, постойте, нельзя, нет. Ну, к сожалению, нет. Это мы выполнить не можем. Тут я все выполнил. Этому. Что еще? О, можем все-таки. Некоторые штуковины. Угу. Супер, все повыполняли. И вроде как все. Что теперь у нас там? Алчином горизонте. Я только что оттуда. Серьезно? Блин, снова плыть так далеко. Так. Придется закупиться снова топливом и припасами. Вот так вот. И еще хочу притащить этих. Как оно называется? Так, значит, этот бочонок я продам. Где он там? Камней сфинкса. Блин. Ну, я думаю, я потрачу, пока туда доберусь. И топливо, и припасы. Но это будет уже... Я думаю, это я пропущу, как я снова туда плыву, и камни сфинкса, и уже встретимся, скажем так, через вот это, да? В следующей серии уже будет после того, как я это сделал. Что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Если вы еще не вступили в команду, жмите на кнопочку подписаться. Всем пока!